При разработке интегрированного усилителя PI-2 инженеры электрокомпании сосредотачивались на том, чтобы обеспечить характеристики класса high-end при умеренной стоимости устройства. Электрокомпания PI-2 – новый полностью балансный интегрированный стереофонический усилитель начального уровня. При его разработке сохранились конструкционные принципы и качество звучания классических усилителей электрокомпании. В то же время были сокращены производственные затраты. Для этого была использована технология поверхностного монтажа и оптимизирована конструкция усилителей под современную производственную линию электрокомпании. Результат – современно выглядящий высокоэффективный усилитель с великолепной управляемостью и динамикой. Вновь разработанная защитная схема предохраняет PI-2 от высокой температуры, смещения постоянной составляющей и коротких замыканий на выходных разъемах. Защитная схема не оказывает негативного влияния на качество звучания. Более того, из схемы удалено выходное реле для снижения числа контактных точек между усилителем и колонками. В PI-2 используется тот же цифровой регулятор громкости, что и в предусилителях IC48 и IC49. Четкий и яркий вакуумный люминесцентный дисплей, на котором отображается выбранный вход и значение громкости, прекрасно читается со слушательского места. Усилитель оборудован двумя полностью балансными входами XLR и двумя небалансными входами RCA. Удобный доступ к регулировке громкости и выбору входов осуществляется при помощи четырех навигационных кнопок на передней панели или с пульта дистанционного управления.